Подписчики, всем привет! Сейчас показываю процесс получения соков, самых разных, овощных, фруктовых, с помощью соковыжималки центробежной и приспособления, которое я вам расскажу, как оно устроено, которое позволяет полностью потом выжать сок из остатка жмыха. В процессе выжимания сока получается много жмыха, который нужно тоже использовать. Мы берем морковку, морковка у нас очищена, и прогоняем ее через соковыжималку, через свою Philips, она старенькая, но работает исправно. Включаем ее. Достаточно быстрый. После того, как вы отжали сок, у нас получается очень много жмыха. Жмых, который содержит тоже достаточно еще большое количество сока. В этот жмых получившийся жмых мы из контейнера набиваем в мешок. Специальный мешок есть для дожатия жмыха. Продается в магазинах все для самогоноварения. Это сетчатый мешок лавсановый, который можно приобрести по размеру. Этот жмых помещаем в этот самый мешок, мешочек, и затем мы дожимаем остатки сока с помощью вот такого нехитрого устройства, которое сделано у меня из доступных вещей. Это сушилка для посуды, которая продается в магазинах «Светофор». Эту сушилку помещаем в какую-то емкость, в чашку, и сверху выдавливаем с помощью банки простой стеклянной. Стеклянная банка по размеру вот этой емкости. Мы с помощью нее пытаемся дожать вот этот остатки этого сока. Она с отверстиями и позволяет собрать все остатки. А нажать можно с помощью какой-либо доски. Я применяю вот эта доска, разделочная доска. То есть вы полностью своим весом дожимаете, и в результате у вас получается еще приличное количество сока. Вот он сок, который остатки доливаем. Таким способом можно получать любые соки. Овощные, фруктовые. И при этом не терять все полезные свойства. То есть никаких кипячений. А свежевыжатый сок всегда для здоровья очень полезный. Можно из яблок, можно из цитрусовых. Перед этим прогонять его. Или даже из свежемороженых. Вот таким образом можно почти 70% от массы получать в виде сока. Вот натуральный
морковный сок, который не сравнится с соком, который консервированный в магазине. Спасибо всем за внимание.